последние несколько месяцев я жила, наверное, какая-то замороженная, в какой-то депрессии, апатии. Мне вообще не хотелось ни с кем общаться. И очнулась я на кассе в магазине, когда кассирша мне сказала: «Предъявите ваш пенсионное удостоверение». Я была в шоке. Я думаю, мне в душе лет 30, ну, по паспорту чуть больше. Но думаю, ну да, пенсионный возраст он будет, но я подумала, а где эти годы, которые я прожила? Я пришла домой, я посмотрела в зеркало, я испугалась. Я увидела такую уставшую, поникшую, грустную, вообще непонятно какую тетку, вот просто тетку. И подписана я была на разную информацию от Галины очень давно. Я постоянно что-то слушала, что-то смотрела. Но тут буквально вот после своего такого вот озарения, как же я выгляжу, мне стало страшно. Пришло приглашение в бесплатную игру. Я сыграла. И изменения пошли такие, что я сейчас уже не помню. Я только помню вот этот случай на кассе. Да? Какая была мотивация идти в прививку? Я решила для себя, что я нужна сама себе. Я нужна себе здоровой, стройной. Я нужна своему сыну, который должен видеть здоровую, красивую, радостную, счастливую маму. И я хочу потом в перспективе стать уже бабушкой, которой хотят приходить внуки. Ну, это уже не за горами, он уже взрослый. Вот. И поэтому вот я пошла в прививку. Я поняла, что эта программа не про вес. Это программа про познай себя. Я поняла, что я абсолютно не умею чувствовать, не умела. Сейчас это все получается. Я не различала чувства. Однажды после определенного набора практик, когда я училась различать, где голод, а где то, что я заедаю, я в течение дня не хотела есть вообще. То есть я осознавала вот эти вспышки голода, и я понимала, что это где-то стыд, где-то вина, где-то обида, где-то страх, где-то тревога. То есть это настолько стало вот просто выкапываться, расконфигурироваться. И ну, это так сложно на самом деле, но это надо. Вот. И я поняла, что во мне столько страха и тревоги, которые нужно выгружать. Я больше радуюсь. Ну и, конечно, как бонус, побочный эффект, это минус 7 килограмм, мне почти на 2 размера одежды. Вот. И я, естественно, иду дальше. Мне это надо.